Здравствуйте. 16 августа, 21 лунный день. Созди санчерсидской земли с элементами эфира. День для новорожденных, благоприятен для ритуала призывания долгой жизни, благосостояния, размышления, медитации, обращения к учителям, начитывания мантры, усмирять негатив, также подписание контрактов, соглашений, сватовства, обучение высшим знаниям. Ребенок, родившись в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. День неблагоприятен воздвигать ветряные сооружения, созывать собрания. Благоприятен для людей, родившихся год свиньи и зайца, неблагоприятен годам дракона, собаки, коровы. Илогинском сукчундуване хорал доржатба, мани дуване таванхарула, джудуване также таванхарула на бурятском языке. Будьте полезными!